Всем привет, вы на канале Тковка ТВ, и сегодня я снимаю продолжение сериала второго сезона «Мой новый друг». Это второй сезон, вторая серия. Давайте начинать. Ай, помогите! А ну-ка, прочь от меня, прочь! А прочь! А если вы кто-нибудь увидите меня? А прочь, прочь! У меня оружие! Ой, какой ты милый! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что вы там кричали? Ой, да. Ой, я так кошку напугалась. Так испугалась кошку. Ой, такая страшная. Из-за угла выскочила, думала, дракон. Надо убрать оружие. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Надо пойти. Слава богу, в безопасном месте. Ой, блин, не люблю драконов, а тут еще этот глупый дракон ко мне привязался. Ладно, я пойду к себе домой. Надо ничего не говорить родителям. Ну, не встречала драконов, хотя папа мой и мои родители, они не любят драконов. Но у нас вообще никто не любит драконов, потому что у нас война с ними, можно так сказать. Ну, короче, мы не очень любим драконов. Ну, не знаю. Ну, если я его убью, то я стану настоящей пони. Настоящей воительницей, ага. А это я и хочу. А то все говорят, я миленькая, добренькая, не совсем похожая на других. Я хочу быть такими, как все. Ладно, я пойду домой. Ох, еле домой проскользнула, чтобы не заметили. Мама. Доченька, где ты была? Я тебя не видела сегодня дома. Ты что, гуляла без спроса? Блин, мам, извини, я просто ходила кексики покушать. Ну ладно. Кстати, сегодня твой папа хочет тебе сказать, что ты сегодня можешь пойти и будешь учиться драться с драконами. Что? Ты же знаешь, не хочу я, не умею, мне не нравится. Доченька, ты должна, но я не хочу. Так, доченька, все, разговор закрыт, я пошла к себе в комнату. Ой, блин, думаю, ой, не знаю, ладно, лягу спать. Утро вечером мудренее. Утром. Так, доченька, встаю. Доченька, доченька, ты где? Где моя дочь? Так, 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 записки нет. Куда она ушла? О, нет. Где этот дракон? Я докажу, что я не трусишка. Выходи ты, дракон. У меня для тебя вкусняшка, вот. Ты любишь курицу? Иди сюда. Ну где же ты? Ну где этот дракон? Ай. Рыбку, тьфу ты, эту ножку. Ножик мой. Да, лучше я его уберу. Хорошо. Ух ты! Ты такая красивая! Ты девочка. Грангильден зовут тебя. Да, это... Ой, мам,
ручки. Какая ты красивая. А... О, ну, можно будет с тобой поиграть, но я не знаю. Она играть хочет. Что если я тебя подключу? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.